Азан, почему мы здесь? Идем. Осмотри здесь, Исра. Знаю, дом пока не живой, но все будет иначе, когда в нем будешь жить ты. Азан, ты не думаешь, что мы спешим? Нет. А зачем ждать? Мы уже столько времени потеряли. Мне страшно. Не бойся. Я с тобой. Больше ничего плохого не случится. Я могу тебе верить. Обещаю. Теперь все будет по-другому. Пойдем. Что? Эсра, это тебе. Что это? Запасные ключи. Возьми себе. Что? Да. Азан, я думала, ты купил этот дом для девушки, в которую ты влюблен. Для любимой, для той, кому можешь доверять. Ты хотел жить здесь с ней. А сейчас что же? Я так сказал? Да. Этой девушкой всегда была ты, Сра. Лишь ты. Я не думал ни о ком другом. Помнишь, что ты тут мне наговорил? Ладно, помню, но я обещаю загладить свою вину. Обещаю. Увидим. Пойдем посмотрим сад. Возьми мою руку. Азан. Да. Сад чудесный. И мебель ты выбрал отличную. И природа прекрасная. Стоит огородить бассейн. Хотя бы пока дети не подрастут. Азан. Ладно. Ты скажешь, что я спешу. Поговорим, когда ты будешь готова. Тогда вот что. Хочешь посмотреть комнаты наверху? Азан? Наверху тоже есть мебель. Ну, вдруг ты хочешь оценить? Телефон. Мне звонят. Ладно. Да, мама. Передай. Эсра, твой папа снова дома, детка. Он спрашивал о тебе. Где ты, дочка? Папа вернулся. Отличные новости, мама. Ну, я дома, иду домой. Буду дома через полчаса, целую. Азан, ты что творишь? Я не могла ей сказать. Да ладно, скажи, что я рядом. Не глупи. Что, твой отец? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.